Будет ли введен в эксплуатацию жилой комплекс «Амурские ворота» в Иркутске, который строится уже больше 10 лет? Именно такой вопрос поступил нам на горячую линию от одного из наших телезрителей. Напомним, многоэтажные жилые дома на улице Седова начали строить еще в 2009 году. Жилищный комплекс состоит из трех блок-секций и находится в привлекательном для многих иркутян месте в самом центре города. Однако сдать дома в срок у застройщика не удалось, хотя внешнее здание полностью готово. На сегодняшний день данный объект числится долгостроем на одном из сайтов недвижимости. Чтобы узнать, когда наконец завершатся работы в домах и будет ли он вообще сдан в эксплуатацию, мы обратились в администрацию Иркутска. Там нам пояснили, что за такие объекты отвечает региональный стройнадзор, однако и его специалисты не смогли нам помочь, поэтому пока дальнейшая судьба жилого комплекса по-прежнему остается загадкой. Если и у вас есть подобные вопросы, ответы на которые будут интересны всем телезрителям, звоните нам на горячую линию с 10 утра до 6 вечера. Наш телефон прежний 792-402. Отправить информацию можно также через интернет по адресу rnews@ntsdefis.tv.ru.